Всем привет, друзья! С вами Глюк, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Road Redemption. На самом деле это реинкарнация одной, ну, немножечко старенькой игрушки времен Сеги под названием Road Rash. Это такая гонка на мотоциклах, в которой можно лупасить оппонентам дубинками, электрошокерами, цепями, нунчаками, всем, что попадется вам как бы под руку. Вот, и, собственно, в этой игрушке то же самое, но есть еще некоторые детали, которых не было в оригинале, и это просто сносит крышу. Так что вы не думайте, что это простая какая-то дурацкая гоночка на мотоциклах, это не так. Поэтому мы с вами продолжаем. Это, конечно, альфа-версия, но, поверьте мне, угар в ней хватит. Я немножко уже подзабыл управление, поэтому сейчас немножечко вспомним и поедем на разборку. Так, вот это бить. Окей, дубинкой своей размахался тут. Так, это вперед. Уху! Походу я нашел турбо. Турбо! Это альфа-версия, поэтому она немножечко подтормаживает местами, но ничего не поделать. Я так и не понял, это последняя версия существующей игрушки или не последняя. Хрен его знает, короче. Уху! А вот это наши соперники, которые сейчас огребать будут. О, Да ты кто такой, а? Ты что? Вот и наш первая победа, собственно. Менты, менты, менты. Я хочу ментам вломить. А ну иди сюда. Ты кто такой, Вася? Да! Поворот! Машина! Поворот! Машина! Да хватит! Менты, менты! Иди сюда! Ты слышишь, что? Каску сбили! Иди сюда! Ты что, с лопатой едешь, что ли? Чувак с лопатой едет! Ни хрена себе! Лопату положил! Она для Майнкрафта только! С лопатой, ё-моё! На мотоцикле с лопатой! Просто капец! Ну, чувак, норм! Прям как мы с дуби... Слышь, чё? А как он ногой фигачит? Я тоже хочу! А как ногой фигачить, а? О, еще один удар. Слышь, что? С лопатой, блин. Блин, как бы еще не влететь в кого-нибудь на всей этой скорости. О, финиш, финиш. Я первый, первый, первый. Первый. Congratulations, you advance to next level, говорят мне. Хорошо. Второй раунд. Зимой. В холоде, блин. Вот там опять менты впереди. Хей. Слушайте, смотрите, что... Так, это что мне такое говорят? Типа, вот так вот сделать можно, да, вот так вот. Хорошо. А еще у меня самурайский меч! Откуда у меня, мать его, самурайский меч? Машины, блин. Теперь на обоих полосах, походу. Иди отсюда! Не видишь, самурай едет! Аллах Акбар! Не, Аллах Акбар это не самурай, а... А я не знаю, что орут японцы, что-нибудь на японском. Сунь-тяй, хунь-хунь-тяй. Сунь-хунь-тяй. Да сдохни ты! И ты сдохни! Иди отсюда! Да ты офигел, что ли? Он мне каску сбил! Слышь, что? Вот так вот, понял? Вот так вот будешь знать, как приставать ко мне. К самураю на мотоцикле. Машина! Блин, как ногой толкаться, я так и не понял. А, во, control, control. Чё-то там пробагало, я даже не понял, что произошло. Да блин, что ж тебя на машину так тянет-то? О, я почти первый, да? А, я за первым еду. Иди сюда! Слышь, чё? Сюда иди, да? Какого хрена, что происходит, меня лагает? Аварии! Иди отсюда! Блин! Турбо! У меня еще есть нитро, 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 нитро. О, можно еще переключаться на другое оружие, я забыл. С трубой, блин, он едет, еще трубы у меня есть! Рубянки, водить научитесь! Вот! Это игруха, я понимаю. Едешь, лупасишь всех. Иди сюда, блин, я тебя сейчас трубой огрею.
получаем! Твой... Что происходит? Почему я завис? Я все? Я прошел первый раунд, я даже не заметил! Я прошел первый раунд и даже не заметил! Так, ну ладно. Или я не прошел его? А, я походу не прошел. А что мне надо сделать-то? А, что-то там поубивать, наверное, чуваков, точно. Бля, вот я невнимательный, а? Ну зато я повеселился. Иди сюда, мент. Мент вписался. Да блин, альфу глючит. Что, я аж уехал куда-то. Иди сюда. Иди сюда, тебе говорят. Мне нужны смерти. Вот, вот. Вписался, чувак. Ой, приколюха какая, а. Иди сюда. Вот так вот. Да блин, я тебя сейчас трубой огрею. А ты чё на машине думаешь, крутой такой, блин? И ты вот тоже, блин. Сейчас я ваши машины сомну нафиг трубой вам. Так, ладно, иди сюда, где ты там? Чувак, чувак, чувак. У меня есть дубинка для тебя, хочешь? Ну, я знаю, ну ты хочешь, ты же любитель различных фаллических предметов, в том числе дубинок. Иди... Да что ж такое-то, ну? Что вы такие шустрые? А ну, стоять! Вот так вот! Вот ты... Еще одного осталось! Да блин, да что ж это такое-то? Это тяжело управлять, особенно когда так глючит! Сраная альфа! Хры глючить. Вау, аварии, блин. Я боюсь, что представить, что будет потом, потому что я уже немножечко играл в нее, и там будет очень весело. Так, ну давай, ну один остался. За 12 секунд мне нужно ушатать тебя. Стой. О, один удар, еще один ударчик ему нужен. Да ну давай, да ушатай кого-нибудь уже. 2 секунды нет! Ушатай кого-нибудь! Да давай же! Ты как? Damn it! Я не могу ушатать 5 чуваков за отведенное время. Ну ладно бы. Еще раз попробуем! Так, катан есть! Сейчас будем ушатывать! Иди сюда! Сюда пошел! Ядерный театр, что там машины летают? Как он полетел красиво. I believe I can fly, да? Так, менты, ментам сейчас не повезет, наверное. Да что ж ты, блин, турбо врубаешь? Стой! Стой, козел! Тебя спасли только глюки от моего праведного гнева! Иди сюда! Да блин, что ж ты такой шустрый? Вот так вот! Машины. Блин, при столкновениях тормозит что-то не по-детски прям. Да ты не в ту сторону бьешь! Да стой ты! Стой! Менты ушатались, походу. Не ушатались. Ну, сейчас мы поможем, сейчас ушатаем до конца, вот чтобы... Чтобы уж наверняка. Сюда иди. Да гребаный йод! Да хорэ тупить столько! Я ваши машины сейчас в салат покажу! Салат сделаю из вас! Харакири вам сделаю! Не, харакири должны делать вы сами. Да блин, мент тупой, иди сюда! Харэ тачку долбиться! Харэ долбиться об тачку! Обдолбыш, блин! Я понимаю, там разные есть... У людей сексуальные предпочтения. Ну не к тачкам же в натуре! Вот так вот! Апокалипсис! Машинный апокалипсис. Так, за 18 секунд ушатать двоих. Ну зашибись просто. Просто зашибись. Да ёперный театр! 7 секунд, и за 7 секунд я должен двоих ушатать. Да вы что, серьезно? Вы вашу мать, серьезно? Я не смогу ушатать. Я сам вот ушататься за хоть там
За 2 секунды это запросто, ну... Ну за 2 секунды двоих шатать я не смогу, уже все, уже никак. Так, вот вся проблема, вся мать его проблема в том, что они едут слишком медленно или слишком быстро. Да блин, хорош свои подсказки, я уже ваши подсказки все наизусть знаю. Музыка, кстати, тоже неплохая вроде. Ну так, не идеальная, но ничего так. Так, ладно, поедем вперед, найдем кого-нибудь с нашим, близким к нашему скоростным режимом. И ушатаем его. Вот один приехал уже. Так. Ну зашибись. Хорошо, что я между ними не попал сейчас. Сюда иди. Так. Вот так вот. Отлично, уже троих уделали. Ай, блин, поворот. Четверых уделали, еще один. Ну, пожалуйста, ну иди сюда. Ну иди. Да ты офигел, что ли? Моя каска, моя собственность, понял? Вот так вот. Я это сделал. Я сделал это. Забора. Вот это эпик картина просто. Отлично, следующая поездочка у нас в пустыне. Нужно финишировать первым или вторым. И походу еще отлупить кого-нибудь. Так, нитро дабл тап. Да я уже в курсе давно. Давайте дабл тап. Ну-ка, ну-ка. Эй, чувак. На дорогу смотреть надо, блин. Чувак с лопатой по обыкновению своему катит. Иди сюда. Блин, не получилось, а? Ну иди сюда, ну иди сюда, у меня для тебя сюрприз! Да что ж такое-то сюрприз, я тебе приготовил, иди сюда! Сюда иди, вот так! Сваливаем, сваливаем! Вот это оружие! Бомбу нафиг на ходу, на липучке лепить! На спину врагов, это же зашибись просто! Чувак, давай, да, давай, до свидания. И на тачке, кстати, тоже, по-моему, можно, да? Да ну стойте, ну тачки, ну, ну да давай, ну. Где машина? Машина, езжай сюда, в эту. Да блин, что вы такие медленные? Давай, давай, вот так вот, по чуть-чуть, вот так вот. Есть! Я не знаю, куда я уехал, но она взорвалась. Блин, вот это приколюха, а. Казалось бы, какая-то, блин, себе гоночка на мотоциклах. Терпеть не могу гонки на мотоциклах, если только они не с вот таким вот мясом. Ой, мент, ой, не надо, ой, не едь лучше за мной. Ой, тебе будет нехорошо, если ты попадешься мне под руку. Мне тут C4, и, в общем, тебе не повезет. Блин, ну мы приехали четвертым, но... Ну как-то нехорошо, нехорошо. Давайте сейчас еще разочек, и мы сделаем их, мы придем. Ну я просто не могу, мне дали C4 в руки, как я могу не взрывать все вокруг? У меня единственное желание только взрывать все вокруг, у меня больше никаких нет желаний, когда мне дают C4 в руки. Давай! А-а-а, авария! Все, упорядки. А! Чуть на машину не прилепил. Чувак, давай до свидания! Я сваливаю! Блин, такое размытие, что графика причем неплохая в Альфе. Ну так. Не супер райс, конечно, но круто. Чувак с лопатой! Держи подачку! А я поехал! Ой, приколюха какая-то, а! Да, а, стой, стой, поворот, поворот. Вперед на нитро. Нитро, нитро, нитро. Еще один поворот. Все, закончилось. О, у меня лопаты есть. Давайте, чуваки, идите сюда. Еще лопатой по мордасам. Вы посмотрите только на какой дистанции я теперь смогу их лупить.
шикарный. Я всегда мечтал о лопате на мотоцикле. Блин, да что ж такое-то, ну... Как ты меня так ушатало-то? Норкоман, блин. Что-то рядом упало. Чувак, держи подальше. Душ. Вот это, блин, эффекты. Вы только слышали, с каким звуком я ему лопатой по роже дал. Блин, замедление. Лучше не съезжать с дороги, сильно замедляет тачку. Странные фонарные столбы, нафига вас поставили сюда? Третий, второй, я второй, я выиграл. Я вас просто вот так вот делал. Ю-ху! Ой, блин, вот это приколюха. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы с вами будем заканчивать. И так уже много времени записываем. Так что с вами был Глюк. Обязательно оставляйте комментарии. Ваши упорные комментарии я их всегда жду с нетерпением. Вот, ставьте ваши лайки обязательно, если вам понравилась эта игрушка и вы хотите еще. Лично я очень хочу еще. И я не против записать это на камеру, я только за. Вот, это будет угарно. Вот, ну, в общем, ставьте лайки, оценивайте и подписывайтесь, если вы еще по какой-то идиотке... Слышь, чё? Офигели, блин! Я тут еду назад, понимаешь, сдаю, вы толкаетесь тут. В общем, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны по какой-то идиотской причине. Ведь такого просто не может быть. Если вы смотрите мои видео, вы обязательно должны быть подписаны на мой канал. Да, и никак иначе. В общем, всем спасибо и всем пока!